Ребята, привет! Я думаю, все, кто смотрел первую презентацию от Стива Джобса, где он презентовал свой первый iPhone, все помнят такую фразу. Он вышел на сцену и сказал: «Мы переизобрели телефон». Почему проект Artery все больше и больше людей и лидеров, и обычных людей заходят и остаются довольны, и все больше приводят людей, рекомендуют своим знакомым, друзьям? Смотрите, что произошло в данном проекте, чтобы вы понимали. Марк Богатыренко – это топ-лидер, он работал в разных сетевых проектах, раз там в реальном бизнесе, в офлайн-бизнесе. Те проекты, в которых он участвовал, он просто пропустил через себя. Все помнят, что прошлый год это был просто, наверное, чемпион по скамным проектам, по скамным админам, которые даже не тысячи людей обманули, те там сотни тысяч людей заводили, обещали им там десятки, сотни иксов, там покупали админов, покупали лидеров. В конце концов, там людей столько кинули на деньги. Поэтому большинство людей, которые начинают разбираться, что такое Artery, они сюда идут, приводят людей, рекомендуют своим людям. Я больше 10 лет зарабатываю в интернете, я сейчас больше никакими проектами не занимаюсь, я занимаюсь только развитием проекта Artery. Набирая команду, обучаю ее, все люди, которые заходят, остаются довольны здесь. Ну, все, наверное, есть. То, что ищут люди для заработка в интернете, все возможности, новые инструменты. О данном проекте я уже много раз рассказывал, но опять же остановлюсь на том, что Марк Богатыренко, имея колоссальный опыт, изучив там больше сотни проектов, он создал свой проект, по сути он переизобрел, как Стив Джобс, можно сказать, партнерский маркетинг в интернете, где реально есть инструменты все, которые не хватало раньше проектам. Плюс это не просто какой-то админ, который там клепает, сидит на колени эти проекты, собирает деньги, скамит его и уходит. Это лидер, можно сказать, с большой буквы. Он создавал данный проект для своей команды. Он не делает до сих пор никакой там супер рекламы, никого не покупает, никаких блогеров, ни лидеров. Он сделал для своей команды, для тех людей, которые, за которых он несет ответственность. Здесь есть и лидерские бонусы, здесь есть и бинар, и тренар, и линейка. Все самое лучшее, что было во всех проектах. Напоминаю, под видео есть ссылка. Мы сейчас как раз набираем команду людей, возьмем 100 человек, гарантированно обучим их. Мы специализируемся, наша команда, на обучении заработку в интернете. Мы сейчас разработали очень эффективную систему обучения. Это даже не столько обучение, сколько игра, где каждый человек будет, практически работаем с каждым человеком индивидуально, доводим до результата. Поэтому кому интересен заработок, который, ну и люди, которые хотят в этом году не просрать все свои возможности, не дождаться, когда их там выкинут с работы в связи с эпидемией, когда у них не будет денег. Те люди, которые осознали все уже свои возможности и свои проблемы, под видео будет ссылка, переходите на канал, там вся информация. А дальше смотрите, ребята, коротенькое интервью с Марком, и вы поймете, что почему все больше и больше людей уходят в Artery и остаются довольны. Целый день работаю, и сегодня наш ребенок сделал первые шаги. Начались открытые торги на CoinsBit, мы вышли на биржу. Сейчас происходят интересные моменты, определенная борьба. И хочу сейчас объяснить некоторые моменты вообще, какие ходили слухи, как я вижу некоторые моменты. Ходили разные мнения, и до сих пор ходят и будут ходить, это нормально, у людей есть свое собственное мнение, некоторые мнения меня задевают, потому что у людей есть определенный опыт, и я их понимаю отчасти, потому что рынок криптовалют на 99%, где есть сверхдоходность либо партнерская программа, это финансовые пирамиды, лохотроны, кидалово людей и куча всего другого. Поэтому говорили, когда мы выйдем на биржу, там сейчас распампит Марк монету на 100 рублей, там X10 сделает, X20, продаст, купит себе там частные самолеты, пароходы, яхты, виллы там и так далее. Жизнь удалась, мама, я лечу в Дубай, чашу на грейпфруте. Либо кто-то говорил, что Марк хитрый, он сейчас типа опустит курс там в X3 вниз, скинет неверующих людей с этого вагона, выкупит у них всех монеты и развернется, и пойдет дальше работать. Но что сделал Марк? В итоге, что я делаю, точнее, пытаюсь сделать? Короче, когда создавал Artery, я хотел, чтобы каждый человек зарабатывал деньги, продвигал с горящими глазами эту технологию, вот, чтобы было все хорошо у него, его окружающих и так далее. И если мы сделали сейчас X5, X10 и так далее, произошла коррекция обратно отката вниз.
и кто-то потерял бы деньги. А я не хочу, чтобы люди теряли деньги. Поэтому сейчас я пытаюсь стабилизировать курс хорошо, работать чуть-чуть, такой маленький коридорчик оставить и работать, чтобы все были довольны, чтобы люди не теряли деньги и зарабатывали их, самое главное. Вот. Поэтому, друзья, пока все идет по плану, все будет хорошо. Сейчас скоро будет открытие офисов, турне по городам, мероприятия в Дубае, Крокусы, Турция, день рождения компании, всякие тренинги, короче, открытие новых стран. Короче, ну, будет куча всего происходить. И будем качественно закрепляться на каждом уровне. Так что поздравляю вас, сообщество. Сейчас посидел и подумал, что бы я хотел бы. И такой, я хотел бы на часик попасть бы в 23-й год, когда уже развились продукты, мессенджер, который невозможно прочитать, сайты, которые невозможно заблокировать, криптокарточки, на этим не удивить, когда уже маркетплейс крутой есть, когда уже появился интернет свой, защищенный, который без сим-карты работает, когда уже проходят лидерские слеты с иностранцами, гигантские мероприятия иностранцы. Когда уже комьюнити очень большое, когда уже истории людей миллиардеры там стали, либо долларовые миллионеры, чеки в месяц у них. Вот хотел бы туда окунуться, посмотреть, получить вот эти эмоции. Сейчас только начало, сейчас 21-й год, только разминка, вы что, друзья? Это вообще сейчас такое более-менее начнется что-то в 22-м интересное, в 23-м, в 24-м, в 25-м. Вот там вот самые такие. Так что, друзья, это будет очень увлекательная такая история для тех, кто не находится в артере, просто наблюдает. А для тех, кто находится в артере, это будет крутое путешествие, которое вы запомните на всю жизнь.